касательно национальных перевозчиков груза. Как известно, сегодня Кастемир Транс решением правительства 2004 года определено как национальный перевозчик груза. В то же время в рамках формирования целевой модели железнодорожной отрасли предусмотрена реорганизация Казахстан-Темиржалы, созданием национального оператора инфраструктуры и формированием национальных перевозчиков груза. В настоящее время проводится нормативная работа по приданию акционерному обществу КТЖ «Грузовые перевозчики» статуса национального перевозчика грузов. И для, вот как раз для развития конкуренции очень важно это вопросы инфраструктуры. И поэтому предлагается, например, прорабатывается вопрос, чтобы создать акционерное общество КТЖ «Инфраструктура», которое будет выступать в статусе национального оператора инфраструктуры, что позволит сделать работу этой структуры более прозрачной, регулируемой, с тем, чтобы, соответственно, были представлялись равные условия для всех перевозчиков.